Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом вылетел в Россию. В его рамках глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча глав государств состоится в Сочи. В составе делегации министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, зав. Отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, посол Аликбек Джикшенкулов. По завершению рабочего визита в Российскую Федерацию Сооронбай Жээнбеков вылетит с официальным визитом в Венгрию.